Мурита до Нового года, облысевшей жене Солнцева сообщили о страшном диагнозе. Сеть облетели жуткие снимки лысой жены Гогена Солнцева Екатерины Терешкович. Сам он ничего не комментирует, телефон Катюши вне зоны действия сети. Пришлось обратиться к знакомому пары, известному московскому экстрасенсу Артему Бесову. Бесов считает, что облысевшей, вероятно, из-за серьезной болезни жене Гогена Солнцева осталось жить считанные дни, если не часы. Такой прогноз колдун сделал по просьбе шокирующие новости, просканировав своим третьим глазом фотографию облысевшей Екатерины Терешкович, не так давно ставшей супругой эпатажного шоумена. Счет там идет на дни, если не на часы. Скорее всего, смерть придет еще до Нового года, сказал Бесов. Нечто подобное ему подсказали и карты Таро, на которых выпала очень негативная комбинация из нескольких арканов. Каждый из них не оставляет пенсионерке практически ни шанса. Но сам экстрасенс признается, что в жизни всегда есть место чуду. Болезни никогда не берутся просто так, Ань, Солнце и Йон, Линь, Ред очень много ругались, но все может еще исправиться. Уверен Бесов. Публикация фотографий из Инстаграм. Впрочем, увидел он не только ругань с молодым супругом, но и скандалы с дочерью на почве ревности к шоумену, и вопросы возможного наследования имущества Терешкович, славившийся еще до появления фотографий с лысой головой своей любовью к выпивке. Гоген не стал комментировать состояние жены и ограничился рассказом о том, как та постоянно ездит из клиники в клинику. Да, это все есть, все это видно по картам. Несчастная баба, резюмировал колдун. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Новый союз. Объявлено об итогах переговоров Путина и Лукашенко. Получившая по голове Волочкова рассекретила проблемы с дочерью. Перед смертью Баскову сделали операцию по пересадке органов. Американцы одобрили. Объявлено имя преемника Зеленского. Мелания Трамп восхитила новогодним антуражем в Белом доме. И многое другое.